В Люберцах прошло открытое первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. Спортсмены из разных регионов России поборолись за призовые места и показали, чему они научились за этот сезон. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Единой России за самбо». С 2018 года Федерация самбо городского округа Люберцы проводит открытое первенство Центрального федерального округа среди юных борцов. И каждый раз это событие собирает на одной площадке все больше и больше участников. На этот раз на ковер вышли более 200 спортсменов. В данной возрастной группе первенства России не проводится, поэтому это такой финальный этап, можно сказать. Вот, но на данном уровне их спортивной подготовки это такая, можно сказать, высшая ступень, на которую они вот приехали, хотят себя проявить. Самая многочисленная команда из Московской области. В состав сборной вошли 15 спортсменов из Люберец. Им предстоит отстаивать честь не только своего городского округа, но и всего региона. Разминался со своими ребятами, которые со мной тренируются вместе. Думали, как выигрывать, какие там комбинации надо делать. Постараюсь выступить удачно, чтобы не подвести своих друзей, которые пришли за меня поболеть. На отборе на области я занял 6-е место, на области 3-е, а на ЦФО, надеюсь, 1-е. Сегодняшнему турниру я готовился месяц. Надо обладать выносливостью, ну и техникой. Напряженная и зрелищная борьба шла одновременно на 5 коврах. Девушки и юноши выступали в 10 весовых категориях. В каждой определили тройку лучших спортсменов. Для всех самбистов этот турнир стал подведением итогов очередного сезона и еще одним поводом сделать работу над ошибками. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.